Я считаю так, что в связи с тем, что все-таки безалаберное отношение людей к коронавирусу, все ходят там в масках, но в то же время и без масок, да, как бы ходят везде, да, если открытый нос, это ты как бы в маске, ты можешь маску и на лоб надеть в таком случае. В общем, маски тогда уже не спасают, собственно говоря. Поэтому для нашего безалаберного народа, в том числе российского, белорусского, украинского, вот мы такая славянская душа, нам просто необходимы всякого рода локдауны, но, к сожалению, в нашей стране некому это оплачивать. Вот. Но, тем не менее, я вижу вхождение Меркурия в дом больницы, значит, нашей страны в Украине, как раз это будет после 20 числа. И я действительно объявить полный локдаун. Необходимо после 20 числа и уйти на все новогодние праздники вплоть до старого Нового года, да, и уже там начинать шевеление. Это будет идеальный вариант, и действительно, тем самым мы выйдем на некое плато. По крайней мере, я вижу плато, Украина достигнет в январе месяце, и уже дальше не будет наращиваться каких-то негативных ситуаций. А в апреле я уже вижу тот период, который может начаться, что постепенно даже масочный период будет проходить именно с апреля месяца, и мы действительно можем войти в более-менее благоприятную ситуацию с заражением от коронавируса. В нашей стране, в Украине, скорее всего, коронавирус действительно отступит в апреле, в мае месяце следующего года, в 2021 году. Вот, и уже больших таких эпидемий, которая самая большая, как я и прогнозировал, самый большой прирост – это ноябрь-декабрь. Вот самый большой прирост – это яма вот такая, уже не повторится никогда. И слава тебе, Господи, что так и произойдет.